Каждый день они подвергают себя смертельному риску, хотя не выбирали героических профессий. Жители домов на 3-й Карачаровской улице просто предпочитают официальным переходом через железную дорогу, дыру в заборе и короткий путь через рельсы. Говорят, страшно, конечно, но так быстрее. Антон Толмачев разбирался, почему эта опасная народная тропа ну никак не зарастет. Без 15-9 я пошел, дырка была. Иду обратно из больницы, уже дырку заварили. Молчаливое противостояние местных жителей и работников железной дороги длится уже много лет. И уступать, кажется, никто не собирается. На каждый закрытый лаз появляется новая дыра в заборе. Многие даже привыкли настолько, что стали настоящими фаталистами. На тот свет спешите? Да, на тот свет. Не так далеко есть два перехода, но идти до них значит потерять несколько минут жизни. Правда, о том, что под колесами поезда можно растерять все оставшиеся часы и годы, никто не задумывается. Пожилые люди, рискуя упасть, тоже ходят здесь. Молодые мамаши по обледенелым шпалам прыгают с чадами на руках. Главная их отговорка по утрам – спешка, но и вечером безопасные переходы все игнорируют. А это ближайший подземный переход. От того места, где люди с риском для жизни пересекают железную дорогу, он находится буквально в 500 метрах. Но местные сюда почему-то упорно не ходят. Вообще, на первый взгляд, здесь вполне светло и, может быть, даже уютно. Но, возможно, причина того, что это место проходит стороной, заключается в том, что в запасе каждого местного есть сразу несколько страшных историй, связанных с этим переходом. Там в подземном переходе сколько людей поубивали, там ходить очень страшно. И наркоманы, кто угодно. Изнасиловали, убили. Нормально? По разные стороны железной дороги здесь школа, аптека, троллейбусная остановка. Если по делам отправиться пешком, то в день вполне можно намотать пару километров. Поэтому здесь даже женщины предпочитают разжимать стальные прутья, а не идти в обход. Пришлось в обход выйти, а это лишние полчаса. Письма о том, что здесь просто необходим еще один переход, жители постоянно направляют в московскую железную дорогу. Но ответы всегда одинаковы. Перехода не будет. Даже с моральной точки зрения неправильно. Если у кого-то есть небезопасный переход, то, наверное, логичнее построить мост или туннель там, чем через 100 метров там, где уже у людей возможность безопасно передвигаться есть. Только за сегодняшнее утро стихийный переход заваривали стальными прутьями дважды. Но уже днем лаз снова открыли. Издеваюсь, только из колясками люди лезут, ноги ломаешь. Вообще обалдеть. Без ума, без радости. Антон Толмачев, Сергей Кукушкин, Сергей Солдатов и Ксения Соколова. Вести, Москва.